ты говоришь слова, эти шерсть не шерсть. Вообще, у тебя просто как уровень, из мусорки изо рта летит, ты даже значение. А почему ты говоришь, ты не видел, он челюсть натирает, ну, он два по кайфу отдыхает, по кайфу, как ты говоришь, это не делаешь, сам нюхаешь. Что я делаю в моей жизни? Ты лучше скажи, ты же карьеру завязал. Че, бабки кончились, вот пришел, опять развязал. Ты же там провоцируешь, давай, короче, давай по боксу, давай по боксу, давай по боксу. Вот решил, что по боксу. Бича зачем бил? А? Алкоголика бил. Еще раз за него говоришь, что ли? Зачем? Я бича называю, скажи. Зачем тебе вообще... Ты зачем его вообще бичом называешь? Он для меня бич, он алкоголик. Он, я видел, как он бутылки собирал. Послушай, он в своей хозяйстве бутылки забирал, на свалке с бичами жил. Я тебе его отмыли, побрили, и что, он порядочным стал, что ли? Жил на свалке, его отмыли, и ты с ним там обнимаешься, его а что, нельзя с ним отмечаться, что ли? Вы же тобой... А что, алкаш, что, бля? Ты что хочешь в жизни делать? Алкаш, его личное дело, он бухает.